Сегодня в Чебоксарах простились с двумя сотрудниками полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в Чечне. Их тела доставили в республику накануне. Панихида прошла в зале Академии МВД. Они совершили настоящий подвиг. 16 сентября, дежуря на посту, полицейские заметили приближающийся к ним грузовик. Чтобы остановить машину, сотрудники МВД расставили на его пути заградительные штыри. Террорист-смертник подорвал себя прямо у здания РОВД. Четверо блюстителей порядка были ранены, трое погибли. Среди них оказались и чувашские полицейские. Леонид Пучков, Александр Егоров находились в служебной командировке. Два старших сержанта. Один из них работал водителем, другой – кинологом. Проститься с ними пришли друзья, сослуживцы и родственники. Венки сюда приносили сотрудники других правоохранительных органов. Соболезнования семьям погибших полицейских выразил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Будучи в командировке, вот, осознавая всю полноту ответственности, они пошли на этот шаг. Я выражаю глубокое соболезнование родителям, родственникам, друзьям и всем сотрудникам Министерства внутренних дел. Каждый день этих 13 лет сопряжен с опасностью для жизни. Тем не менее, зная это, сотрудники полиции, выполняя свой служебный профессиональный долг, убывают в командировку и выполняют свои задачи. Погибших полицейских почтили минутой молчания. В ближайшее время их представят государственным наградам. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.